меня и так он громкий, блядь, ёпта. У нас ранкет. New feed active. Your location has been compromised. Экстази, а ну ты, блядь, ты пожилой, ебать. Спасибо за то, что меня закрыло, если меня тут запушат, да, до смерти. Плохие дяденьки. А, они на матку повесили. А, ну заебись, да. You are being hunted down. Someone exposed you. Я попал, да, там хибана на лесенке еще. Да он меня задрал уже. Ну, блять, почему у меня стик лагает, я его двигаю, он, блядь, ему похуй. Привет! Лови я. Я только дрона сломал. Лови аптечку. Ставит. Op4 has placed a diffuser here. Destroy it. Located a diffuser. Destroy it. Bomb diffuser has been disabled. Mission successful. Это серебряный кубок? Серебряный кубок Гоуфора. Второе место занял парень. Либо купил, либо занял второе место. Я играю в команде Топлин России уже год. А, ну, тогда нет сомнений. Roblox Squad. Там. Да. Ну, это мы и есть, как бы, сейчас. Были, по крайней мере. А, ну, дорога не приедет. А ты откуда Рома знаешь? We need to locate a bomb. Тренер, в смысле, тренер по радуге? А чё, есть такая функция, я бы тоже вот воспользовался. Не, ну, не, меня чтобы научили, наоборот. Ten seconds to go.
5 seconds before insertion. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Nice. Go to its location and defuse it. Ой, у меня пусто. Ну, не все равно. Там его друзья. Ну, в барабанах. Ну, короче, тут двое друзей. На свапер на точке бегает ему вообще похую. О, босоножки. Какие, блядь, босоножки? Это не было. Ого, потом в Майнкрафт, пацаны, сходим. Ну а что, если да? А как же Майнкрафт? А ты еще хотел в турик. Ах да. Нет, не знаю, куда ты пойдешь. Куда ты пойдешь? Ты же уже там. Зачем тебе? Да. Слушай, ты человек посторонний. О, нифига себе, подкалка отошли. Чё, прям вообще пиздец? Ебать. Нет там никого. Op4 has located a bomb. You know what to do. Зато он на меня вот есть. Блять. И так вовремя, блять, это сказал. На канат. Last operator standing.
friendlies have been neutralized. Добрый вечер. Человек с большой буквы П. Апексальный, ты чего апексальный? Бедный, да, все бедный, понятно, все, пошел отсюда вон. Нет. Блять, Сула походу это решил отдохнуть. Сула решил отдохнуть. Пошел отсюда. Drone to locate a bomb. Пизда. Выкинь мусор из тусовки. Your drone has found a bomb. Пусть ты, блядь, с исключением инфузорной тусовки. Вот это тайминг, ты сказал, и меня убили. Джойстик криворукая хуета, блядь, для долбоёбов. Я не могу подвинуть на пиксель. Loading back! Ты вышел отсюда, собака? Нихуя себе, ну вы, блядь, что-то расхатали. О! Разменчик. Разменчик, да. Как бы джойстик это хорошая тема. Особенно когда он лагает. Просто играл. И поднялся. Чтобы подняться, надо опуститься. Да. Secure the bombs. Слава Григорию. Блять, джойстик такая... Такая параша, реально, вот такая параша. Боб, строитель, все построить! Что ты по? Потому что я бы тебя должен был убить. Блять, вот у меня всегда стик-то.
У меня прицел всегда чуть правее или чуть левее, или чуть выше, или чуть ниже, чем надо. Что ты? Ты еще понял, что ты сказал? Ну потому что у меня стик правый лагает, и он не двигается. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Op 4 has located a bomb. Friendly, last operator standing. Be advised, Op 4 has located a bomb. Чтобы подняться, надо опуститься. Лови аптечку. Я джойстик в руки взял. Чё, стримишь? Да, я чё, стримлю, да, я стример тупо. Тупо мамин стример. Ну, тупо Ваня, да? Ну да, есть немного такое. А чё все это, блядь, все как-то... Все исчезают. Блядь. О, вот это вот... Идите нахуй. Insertion in 5 seconds. The diffuser has been recovered. We found a bomb. Make your way to its location and defuse it. О, вот пошло, да, пошло вот это вот пошло, да. Вот оно, вот. Вот и играй теперь сильно. Нахуй, я не хочу играть на джойстике, он говно вонючий. Успех. А куда все типа вышли, я не понял. Сула. Алло. Ау. Куда я они? Не знаю, все... Откуда ты типа? Нет, я их не кикал. Ну, значит, у них вылетело немножко. Че, продолжим, но на сей раз я мышку подрубил. Джойстик у меня сломался окончательно. Кого-нибудь другого позвать, но нормального? Да кого угодно зови, если не зайдут, конечно. Окей. Я тебя приглашу сейчас. Меня противник приглашает. Пригласить-то. Ля.
Блять, в Майнкрафт играют, сидят. К ним пойду потом. Так, Hungry Penguin. Что-то не заходят они. Микки, можешь тусовку пригласить? А, ну, окей. Ты их пригласил именно в игре или как, я не понимаю? У меня и там, и там. Видишь, если заходят, то что? Ну, знаешь, заняты там или не хотят. Ну, надеюсь, это как-то будет лучше. Сезона плевать. В этом сезоне? Да золото один у меня максимум было вроде, насколько я помню. Я бы плевать вообще конец сезона. А. Название уже плевать. Дрон has located a bomb. Сефора раскидывает. Если бы я не чекнул бы, то меня убили Сефора. Ой, блядь. Какой ёбищный канат в этой игре? Хорош. Погоди, а монтажник типа... Не, он это... Нет, а я не понимаю, их там трое, он типа не может зайти, да? Он типа тупой. Ты что, я не понимаю. А, у него в этом, за столом пульс был. Или я не. Ну они конченые, но они ёбнутые люди. Что они делают, не понимаю. Даже забыли, у него там трое в комнате.
что не можешь мне спину ничего сделать, я не выкупаю. Коридор, посмотри, чистый, я захожу, меня убивает. Класс. Нет, это самое обычное. Какие дырки делать, реально, охренеть. Так, ну вот так. Я не могу в последнее время что-то на джойстике играть вообще. Именно не из-за того, что он у меня поломался, а как-то двигаться нормально не хочет, что ли. Сидит. Ждет. Ты с кем будешь в следующем сезоне играть, даже вот после калибровки? Ну или пока Даймонда не апнешь. Теми же. А? Теми же, с кем играю всегда. Ты вообще меня не слышишь, что я понимаю? Не, у тебя микрофон тихий просто, я тебя слышу, но он не очень понятно. Сейчас. Да, так лучше. Я себя не буду играть с этим или с пиндос, без разницы. Ясно. Да, короче, подаем постоянно. Ну что? Да ну просто, тиммейтов еще на следующий сезон с кем откалиброваться. Можно было бы. Но это моя тема, но новая, и там не все, там только Нофикс нормально играет из них. Конечно, у тебя жестко мышка бьешь, ты на прям стучу. Не, у меня именно такая клавиатура, она именно так сделана. Я не стучу по клаве, она просто вот так вот. Плохая теперь еще не понимаю. Нет, она наоборот жесткая, просто она 9К стоит. Короче, это HyperX механика. Там где все сдохли там. Он меня забайтил, чисто чувак, кажется. Нахне. А мне дым забайтили, лол, это жестко. В туалете, да? Не-не. Окей. Может, в туалете есть, не знаю уже. Ой, блять, ну вот я никогда не понял таких людей, он типа все время меня ждал, сидел, да? Ну он тебя слышал, значит, походу. Он меня в руку убил. Ясно, это карта 04. Вот как так на джойстике сделать? У меня то ли стики поломанные, но я так не могу. Как он сейчас? Да. А у меня жестко так... по-твоему или что? Нет, это не жестко, просто у меня стики так плавно не двигаются, они у меня какими-то рывками дергаются и все. Хоть ты и плавно их сам двигаешь. Когда начинаешь плавно, они очень медленно двигаются. Ну именно прицел. Я не знаю, чувак. У меня ассоциация 100% просто. Ну, здравствуй. Здравствуй, можно с вами? У тебя какое? Ранг у меня херовый, я тебе сразу скажу. 75 левел. Мне кажется, я не подойду. Ну что, пойдем он с нами или не надо? Окей. Подожди, да. Окей. А вы... Вы еще в пользу хотели, да, 2 на 2? Нет, мои это... Передумали.
located a bomb. 10 seconds to go. А в следующем сезоне будет же вот это вот шестой пик в ранке? Я не знаю, наверное. Там новый ранг, рейтинг появится. Ранг. Да, мы знаем. Мы знаем. А ты не знаешь, как название этого ранка будет? Diamond Plus вроде или Алмаз Плюс. Он с 5К будет, да? Да, с 5К. Он либо такой фиолетовый, либо красный, я не знаю. Мы почти желтый говорили. У нас уже есть золото. У вас? Что у нас? Ой, блядь, ну это вот. One friendly operator remaining. Я просто твой стрим смотрел. Op 4 eliminated all friendlies. Как я должен был предугадать, что Вигил там выйдет сейчас? Вигил. Ненавижу виллу, блядь. У меня только две любимых карты, это побережье и Лунапарк. На них хоть как-то играть можно. С другими у меня проблемы. Самолеты или со статуями? Давай со статуями. У меня только шале и дом. У меня три. Шале, дом и борт номер один. Все. Ладно, будь потише, у нас рейтинг. Нам надо слушать. Ладно. Так нормально? Secure the bombs. Так нормально? Да-да-да. Секунду. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. ADS up and running. У меня это у тебя просто качество другое на ютубе поставь. Reloading, cover me. Хорош, дропаут, бич. Лилпам, когда новый хоррор дропау 2, а? Лилпам. Блять. Ну в пизду эту карту, а, блять, сделана укропами, блять. Какими укропами? То, что мудак. Мило. У меня про карту, блять, сделана укропами, нахуй. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You have been spotted by hostiles. Fall back. Видите, ребята?
Дальше в минус. Нет, я не успел, да, ингаши, ёптую мать, ну... Нет, суки, ну они же спину чекали, ну кончи. Да, она ушла, я не... Нет, нет. Вот, блядь... Ой-ой-ой-ой. То есть, смотрю, они втроём спину чекают, то есть все убежали. Ну, ёбаные вы баты серебряные. Блядь, ну просто что они делают? Канал называется «Слава Украине», ёпта. Господи, ну кончи, ну кавера, что он делает? Поставили планы, нам вот идёт, идёт. Вот режет, охренеть. Нет, это не хорошо, что плохо, блядь. Слава Украине. Ай, бля. У меня тут слабо украина. Иду канала «Слава Украине». Нашел? Я нашел. Вот, я написал «Слава Украине» 30 минут. Серьезно? Да. Он хочет. Сейчас сам посмотрю. Сейчас. А нажми Сула 108, чекни. Сула 108? Ага. Ага, давай. Drone has located a bomb. Я топил таких коней. Как я ненавижу эту карту, блядь. Ногами убил эту хуйню, блядь. Гасил, блядь, просто. Нигде мита никто не бьет. Правильно, Blackbird. Он же лучше. Located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Или Сура. Сула, а не Сура. Сула 108. Так. Да, ты маленький мудак. Ганька, мау, гор. Про себя, пожалуйста. Нет, я не понимаю, что он делает внизу! Это реально капец. Реально всё, коллаборация, коллапс. Ой, блядь, ну как я ненавижу эту карту, сука, она придумана укропами, блядь. Надо было эти ебалу придумать, блядь. Почему нормальный в этой игре, только, блядь, побережье и лунопарк? Нет, лунопарк хуйня. Сука, дота не чекают, ползают, ё-моё. Бам! Погоди, она вообще, да, типа... Смотрю, а, ну буду ждать. Ладно, чеки, давайте 15 минут бан у меня будет, пойдём в пользу-то. Пошли сейчас. Лилпам с тобой пойдем. Сейчас они сосут. Лилпам, я хочу Лилпам помогать вам на теме. Все, ура. Фотку, что ли? Мы соснули, наконец-то. Блять, пойду играть в Майнкрафт на самом деле. Приглашай те, кто в пользу. Ты занимай, бро. Сейчас надо создать.
да. Drop top pants. Пиздец, это спускай. Drop top pants. Сейчас приглашу. На. Входите, мои сладкие пупсики. Куда, блядь? Входи свой GTA, дебильный. И заходи к нам. Я вообще-то уже в радуге. Так что, может, вы ничего. Ну заходите по приглашению тогда. Я-то захожу. Я стал педик. Давайте я зашел, пацаны, я хочу. Лилпам, ты где? О, да, там по мне есть. Где тут бутылок? Такой Орегон. Что, блядь? Дурак, что ли? Что ж, монтаж? Блять, я только нажать хотел вперед. Зайди, пожалуйста, как тебя там этот, блядь, Ержан, Максим Ержан. Ержан, да, Ержан. Будем его звать Ержаном. Моя кличка рискует. Ты Ержан, куда тебе? Да. Чего? Я Ержан. Безобидно это так, чувак. Не, я тебе не хочу сделать Ержан даже. Ну чё? Ты в жизни Ержан или нет, мне интересно. Вот так ты должна, то. Все, готов. Бэкзад мёрш-мах-лах-лах-лах-лах. В общем, да. Медь, ты медь, чувак, ты что? Что ты забыл? No. Ладно, мы тебя поднимем с лилпампом из экстази хранить. Я медь, да. Кстати, неправильно никто написал, ну ладно. Я мразь по имени. Я знаю. Экстази не так пишется, чувак. Через А, да? Но мне захотелось написать там Е, я не знаю. А ты юзал еще что-нибудь, нет? Чё? Что-нибудь юзал когда-нибудь, нет? Нет. Я этой херней не занимаюсь. Надо взять для тебя херня, да? Не, ну я знаю, что типа весело, потом веселенький такой ходишь. Нет, не, про, не только, ну я не про экстази, я про все. Не, я ничего не вижу. Хотел бы? Ну, не, я понимаю, что как бы попробовать, да, будет нормально, но потом зависимость от этого, это херово будет. От травы нет зависимости. Ну, не знаю. Сколько тебе лет? 14. Мальчик, забудь наш разговор, пожалуйста, да? Да, чувак. Это вырастешь, конечно. Да, у меня ров. За ЗОЖ. Говорится, только за ЗОЖ. А вы где-то? Где? Мы на втором этаже. Пошёл, блин. Лил памп, я иду к тебе, бро. Хорош, лил памп. Давай, твое имя Лил, а фамилия бля памп. Сула, где ты стоял все это время? Просто за шкафом, что ли, или чё? А, ты... А? Это вот так вдруг.
дружище, вот так вот делается. В 90-х так дела делались. Вряли просто и в башку пулю. Я с 90-х, кстати. Я мальчик 90-х родился, в 91-м году вырос на всё. Вырос, ну, раз... нога, а. Говне. Да, поднялся, так сказать, без рафа. Там что, это наебал? Ну, тебе лет 16-17, да. По голосу. А мне по голосу сколько лет, по идее? За ракеты, думаю. С-ракет. Это что, проект, кстати, все, тут сразу минус 30 лет, так сказать. Ум, по развитию. Так что 10. А, сиди там, да, пикает меня. Да. Закон не запрещено, мэн. Опа, вон там не попробуй. А мне вон там был, братишка, а там были бы вон палки. Горжал, он памп, давай, давай грязь. Тут бандит. Памп. Иди ты нахуй. Мне пиздец, блин. Только что подключился всем с... Добрый день. А у тебя одно хп было? А у тебя одно хп было, какая-то было? Давай, у него на хп хорошо, лил памп, тут. Я прям бегаю даже. У меня не одно, а 14, ну ладно. Чего? Не одно, а 14, ну ладно. Что, я присел? Чего тебе, погоди? У меня 14 хп, а не одно было. Плевать, я буду слушать песни нашего игрока, лил пампа. Я фанат лил пампа. У чего есть окок? Нормальных оперативников. Я думаю, а как есть у твоей мамы? Фидон, как фидроник говорится, да? Так, чекаю. Secure the area, keep the bombs protected. Чё? Five seconds left. Be advised, Op 4 has found a bomb. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Как меня учил дядя? Ну, памп, я говорю, что ты... Ой, нет. Не надо так делать, мой. Ой, пожалуйста, я тебя умоляю, друг. То есть некрасиво это. Серьезно, значит я... разберусь с тобой. Уже не выживешь. Что за меня наши, дружище? Не надо, это тоже было за речь. Милпам, ты меня борьбаешься. Клянусь. Жди. Пошел, Милпам. Один баг. Это 1 на 2. Значит, мой тиммейт стреляю я. Я просто буду перебирать. Вжух, вжух, и ты пидор. После, наверное, этого раунда у меня уже бан пройдет, можно пойти в раунд. Хотя 15 минут не прошло, да? Я с твинка пойду, ладно. А какой дать на стыке? А никакое. Ну чё, конец сезона, чё ты уже ничего не сольёшь? Ну, ну, не, иди, если хочешь, конечно. Мы должны локировать бомбу. 10 секунд до инсерции. Блядь, ты заебашен, ну не надо, блядь, так делать, я тебя умоляю, блядь. Иначе ты полетишь нахуй отсюда с тусовки, блядь, долбоёб, ёбаный. Oh, ничего, блядь, ёпта, долбоёб он ебаный. Сейчас так сделает, он нахуй вылетит отсюда. Yep.
Да идите нахуй, а. Блять. А ему срок, не шире срок. Secure the area. Keep the bombs protected. 10 seconds to insertion. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ну, папа, я туда посмотрю. Я туда посмотрю, папа. Я тупой. Ну серьезно, я отошел. Как он там на гранате подорвался, господи, да он. Ой, боже мой. Лил Пам, ты бог гранат, серьезно тебе говорю, нет, нет, ты реально crazy. You are crazy, bitch. Oh shit. Get up to wait, bitch, get up to wait. Last round, да, я понимаю? Прекрасно. 6-0, пацаны, вы вообще выкупаете, насколько все плохо? Да я-то выкупаю, вот мой тиммейт, похоже, не очень. Так это Ержан, не трогай его, наверное. А, ну Ержан, он на своей волне, да? Он black people, чего? Black person, you know? Чёрный человек, что? Да. Нигер ты, блядь. Черножопый. Блять. Ой, не надо. Бекзат Темербеков. Правильно, звоните, говорю. Все ничего не поможет, блядь. Я бегу на слив. Down to one friendly. Иду на слив, б. Хули ты назад отходишь, макака это ебаная, блядь. Да он перед туалетом бегает. Зашел в маленькую башню. Не, вышел из нее, обратно на улице стоит. Около туалета трется, короче. Нахуй ты мне это надо? All friendlies have been eliminated. Пью. Тебе надо было обзывать бигзатами Тимирбекова, он хороший мальчик. Ну не умеет играть, ну что поделать, все ебать. Главное не расстраивается, как говорится. Просто ты понимаешь, я, наверное, неделю не играл. Я месяц. А Лупам вообще не разговаривает, да, я так понимаю? У него нет микро. А, ладно. Ну ладно, Лупампу можно, он богатый как бы. Он миллиарды, мультимиллионер с 18 лет. Так, чуваки, ну в воде, кстати. Пойдем в рамки. А, бля. Вот ну это вот. Да нет, мы в рамки, ты. Хуйня. Ты ненормальная. Придумано укропами, блядь. Пам, блядь.
Блядь, как выйти с такой? Кто-то в комментах строчит, а кто, блядь, я хуй знает кто. Гов пользу 2 на 2, ты и Сула. Пошел нахуй, блядь, тот пишет. Ту мать, блядь, ёпта. Что за долбоёб, блядь? Заблокировать пользователя, блядь. Заблокируй, да, мудака этого. Да, заходи. Я просто смотреть покажешь, просто что за мудак, блядь. Какой-то фроги бой недоделанный. Реально, фроги бой. Фроги бой. Спиздил у Фаска. Думает, ему все можно? Но я не покупаю, зачем это делать, кстати, фроги бой, The Dark пишет. Интересно, кто это, блядь. Вот какого у него ник на основе, мне интересно, что это за укроп ебаный, блядь. Лил Пам, зайди к нам в этот, в ранкет. Он вообще вышел из игры. Он не вышел из игры. Он вышел и зашел. Ярик СК 01 какой-то, блядь. Что это за животное, нахуй? Пародия, Толик. Ярик СК 01 пишет, блядь. Давай, Лопам, мы тебя ждем и пошли в ранг. Я, наверное, буду... Нет, я буду только давать. Только. Ручка, ручка, ручка. Давай, запускай. Соляной мой мальчик. Запусти. А, да. Все, все зашли, я это. Да, да, махал. Отъехал немного. А можешь тебя буду называть Мабой? Мабой, вот так я буду называть. Давай. Мабой. Что, пацаны, это только у меня такой баг или у меня, когда я спавнюсь, мины и щиты не даются. Да, это что такое баг? Это вместо того, чтобы фиксить баги, короче. Нет, а я не знаю, чувак, погоди, ты похуй этот... Ебанько, да, что такое? Чутка у тебя это, как у башка, чуть-чуть, да, не на месте, да, у тебя? Тебя били в детстве, что ли, ногами? У меня в горе банан. И кингон. Ты Ержан. Я хочу... Ты Максим Ержан, брат. Нет. Ой, блядь. Чё берём? Чё берём, блядь? Я имею честь быть в одной тусовке с Максимом Ержаном. Максимка Ержанов. 21 годик. 24 вообще. Да вы чё, они всего лишь 27 годик. Ну по голосу прям видно, блядь, нихуя. Заходил зайти в тусовку, меня выкинуло обратно в игру. Нихуя себе, вот этот поворот. Я его заглушу, он много шумит, я нихуя вообще не слышу, блядь. А он блэк обоет, чего там все такие. Какой-то укроп в моих комментариях. Ты гей? Или нет, блядь, да нет. Ты гей, мальчик, гей, блядь. Это ли ранник? Я Ержанов не трогаю, да? Я Ержанов не трогаю.
Да я сегодня по... Я сегодня хоть почему-нибудь попаду, блин, нет? Вержан, я думал, ты вырубил. Я не знаю, почему не добавят Вержана. ADS up and running. Это, блядь, откуда вообще, я нихуя не понял. Заткнись, пока я не заебашу ногами. Я могу сделать размер разлишь. Ла-ла-ли-да. Спина, 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 спина. Ой, спина, да. Всё, нету. Хорошо, Ким Конг. Нихуя, что делаю? Я что, могу, что ли? Я что сейчас сделал? Я вообще не понял. Что я сейчас сделал? Что я сейчас сделал, Сок? Теперь я Ржана себе забрал, посмотри. Ах ты мразь. Ержан, ты пидор. Веду огонь на поражение. Огонь на поражение. Блять, а за кого можно сыграть вот так и за кого попрет реально вот? Реально, я сейчас попру нахрен, блин. Фуску. Фуску, я фуску. Ты Фуско, да? Оле Фуско. А. Не знаю. We need to locate a bomb. Я думаю, что Лил Памп. Я Даймонд. Да не, ничего, дурак, я золото. Бущенное золото. Меня забустили до серебра, кстати, вчера. И теперь я наплачу тебе. Понимаешь, Мержан? И канал у меня «Слава Украине». Ты заткнись, нахуй. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. Я что, заражаюсь чуть-чуть, друг. Я все ел бы, реально. Ой-ой-ой, вот это флик, бэйби. Откуда я знаю, друг? Я думаю, снизу. Да, они снизу. Снизу? Сканирую. Ой, Лил Памп, что творит? Что делает, молодой? Валики по спроту. Пацаны, валики, пацаны. Дайте мне мой килл. Я тебя ненавижу, Тэтчер. Я ты ему так, реально. Посмотри на него. Просто лава леда. И фаер дала. А у него ник, бро. У него ник этот Моцарелла. Спокойной ночи, так сказать. Моцарелла. Он сыр, отбой. Блять, нет тонкого льда на Ягера, вообще боль, жизнь боль, блять. Кого взять, давайте, чуки, давайте, кого взять? Оперс взять. Возьми Лижана. Кого брать-то, говорите, мудаки. Лижана! Ладно, взял док.
А, я, если что, Станаир. Я понял. Вот теперь я истинно понял. Станаир классный чувак. Не знаю. Я знаю, уже есть Крокс. Да, я понял, понял. Воскресенье дождь, говорят. Вот так вот, ёпта. Понимаете? Не будет концерта. Чего? Кто на Тургене ты? Чё, малый, с ума сошёл? Op4 has located a bomb. Get ready to engage. Stay clear of ABS line of fire. А это давно было. Так это вчера было. Давно было. Так это вчера было, блядь. ABS up and running. Где? Ай, блядь, ну вот. Дверь в бильярд. Дверь в бильярд. Хорош. А, сумасшедший. Станаир тоже на мышке? Мне интересно. Кто Станаир-то? Лил Памп. Серьезно? Да. Охренеть. Лил Пам, ну ты реально крейзи, клянусь тебе, Станаир. Чумачечья весна пришла и оторвала кола. Понимаешь, чем я, друг? А давайте оперативника, оперативника по желаниям, давайте, кого брать? Возьми новобранца. Нет, только я не сидел. Нет, чё, это говно. Вот, блядь, ну... Хотел новобранца взять, не получилось. We need to locate a bomb. Пришла. Танцуй под бу. Не бузи на меня, Бузова. На меня Бузова бузит. Значит, делать. Бузова что? Она тебя как вообще узнала? Пускай он не вложился опять. Зачем я ее ружить? Погоди, нет, подорву его к чертям, правильно? Красавчик, парень, делай то, что нужно. То, что нужно мне. Всей семье. Я и вся моя семья. Он вообще это припух, да? Абайз, что дело? На место дома не ставили, что это, сука. Нет, это реально танцуй под Бузову, чувак, я серьезно говорю, он реально танцует под Бузову. Ой-ой-ой. Молодец, Лил Памп, он же духи. Сзади, сзади, ла-ла-ла-ла-ли-да, она сзади была, молодец. Жестко, чуваки, жестко. Ложи, би, ложи, жестко, чувак, все.
Лил Пам, ну ты лучше как Да, он лучше тех играет, чувак, 100%. Сула как бы... А я спустился? Что как бы? Что как бы 2-1, это не ваш счет. Ну погоди, нет, ну когда 2-0, погоди, в чем проблема, друг? А, ну, ну в принципе, да, ну тогда у меня 5-0 КД. Ну ты реально классный, ё-моё нафиг. Ну ты crazy bitch. Потому что катка изичная была, никто не давал. Рэдиант. А, Рэдиант, здравствуйте. Здорово, Рэдиант, запускай катку, ёпта. Так, моя дик бич. Если коза выпала. Fuck you, блядь. Просто fuck you. Слово, у тебя какая сенса? Да на 100, man. Ну в прицеле тогда сколько? И мертвая зона 50, какая? 50, man. Полсотни, man. То есть 100, 100, 5, 5, 50. 100, 100, 5, 5, 50. На запястье полсотни, man. 20 тысяч на запястье. Нет, нет, слишком мало. Так, а за кого играл в атаку? На запястье лям, друг, you know? Лям бачей. I know. Мой лук на лям бачей, пацаны, здорово. Давай, угадай, сколько мой стоит. Без дроп. Вот сейчас без дроп, угадай, сколько мой стоит. Не знаю. Больше. Давай, у тебя шанс. Больше. Need to use your drone to locate a bomb. Меньше. Да. Примерно так. Смотри куда, от ляма до ляма 500. Да, пацан, ты, конечно, шаришь мне. Be advised, your drone has located a bomb. Ладно, Версач на Марис, я и Марис поехали. Insertion in 5 seconds. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location. Боролись. Класс. Я манули, да, эти привезли шоки. Корона. Да, пацаны. А ты не рэпер случай? Погоди, я не понимаю, что я зажимаю в башку ему, а он не умирает. Чё? Понятно, он троих убил, да, разом? Нормально. Ненормально, он под бузову танцевал. Хорошо, Биг Замет. Она не будет открываться, экстази, не, да, она не будет, она байсте. Давай, это враг, блядь. Fuck your mom, I fuck your mom, как мне идёт. Туалет один, экстази. Я понял. Таблетка экстази. Один ротейшн. Вот. Ну да. Уже да, он тебя пушит, да. Либо у меня либо у меня наушники говно, либо звуков нету, блять, в этой игре. Oh my fucking god, bitch. My boy.
Мирку, да, ты реально Мирку берешь. Ненормально. Серьезно, ты... Миру взял? Мощный парень, походу, с ним не надо связываться. Это твой мейн, да? Мирка, Мирка ты ее называешь. Так, ухо у тебя, походу, все, у тебя уже нет. Малой поехал, башкой тронулся. Я, да. Да, у меня все перс. Secure the area, keep the bombs protected. Take some trauma plates. Аллах! Пацаны, давайте ляхмакбар. Я катку рю не посмотрю, давайте спокойной ночи. Я бы не отмать запущу, просто давайте. Обманул. Ой, блядь, ну вот это вот, ну их двое что ли, а? Ну идите нахуй. Отвратительно вот эти окна, они отвратительные. Вот это рега, вот это рега я видел. Погоди, а как? Не умерла! Господи, я до сих пор прокинул, минус 2 была. Обидно, реально, мне тетчерка законтрили. А руку да, хорошо. Не, ты видел, сколько ты зажал в голову на матке? Ты прям в таблет поражал. Это бан. Nice, пацаны, сейчас бовер пойдет из этой катки, давайте. Не обессудьте. А у тебя есть овер? А сука, какой у тебя уровень? Какой у тебя уровень? Погоди, а ты можешь за ангела играть? За ангела можешь играть? За ангела. Ну вы про Overwatch? Он долбояк, вот у нас рука. А у тебя есть уровень вообще 25? Повезло, повезло. Окей, если что, приглашу из тебя. We need to locate a bomb. Drone has located a bomb. Что происходит?
Шо, куда все посъебывали? Здравствуйте. Давай, выбирай своего опера, дурачок. Я скажу, я фроста не брал. Я фроста не брал. Reloading! Get out of here! Да. Алло. Да. Алло, пацаны, меня слышите вообще? Да, слышу. Приветствую вас. Здравствуйте, мы вас тоже. Я, если честно, это I'm just too good, сам электрик. Можно вопрос, что ты где ломаешь? Ну, это обман тебе. Ага. Secure the area. Keep the bombs protected. Так, выходи сзади. Op 4 located a bomb. Protect it. Была ёбочка или что? У вас фул или у вас не фул там еще у вас по команде? У нас не фул. Оль, он меня не нисколько не фул. Иди! Можно к нам заходи? Давайте я один против вас двоих поиграю. Давайте. Заходи к нам. Я в игре, алло. А кому заходить-то? Сула. Жора, кому заходить? Чё он делал? Здравствуйте, да, здравствуйте. У меня 3-1. Кому заходить?
Чё, в рейтинг идёт? Да, в рейтинг только. Дайте я закончу. Op 4 eliminated. Mission successful. Могу дать шерплей. Или нет? Но у меня 3-1. Дай тогда шерплей. Сейчас. А, не, не смогу, я стримлю. А, не. Зайди на стрим, а короче. Ты в рейтинг играешь или нет? Да, я в рейтинге, у меня 3-1. Зайди на стрим тогда. Это меня добавил друзья или нет? Ну зайди в профиль мой, посмотри стрим. Но это не тот стрим точно, который ты включил, это видео. Потому что я решил взять джойстик в руки, а потом понял, что это говно. Ну да. Ну посмотри начало, там за Валькирию эйс фактически был. Да. Давайте майстра добить, он все. Да, у Маши ни с головой не все в порядке. Ебать, у кого-то батя запушил. Этот долбоеб может куда-то зайти, а? Что он вообще делает? С другой двери зайти, нет, мне интересно. Вот. All friendlies have been eliminated. 3-2.
detect the bombs. Adding my plus one. Be advised, Op 4 has found a bomb. Сектор. Я в чат игры. Алло. Что происходит? Ебать, укроп нахуй, как он вообще дожил до такого? Located a bomb. Be ready for hostile action.
hostiles. Your location has been compromised. Ну, опять пробы остались какое. Блоиды, блять, укропы нахуй. Mission critical, bomb diffuser activated. Mission failed. All friendlies were eliminated. Такие, блядь, укропы, нахуй. Я не знаю только, где Жора. И всё. Прими заявку. Пойдём. Сейчас. Пойдём. Меня 3-4 надо drone to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Ой, у меня микрофон слетел. Не, у меня 3-4. Five seconds to insertion. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Changing mag. Ебать. Вот о таком своем пике я никогда не думал, что так можно сделать. Ну, блять, как? Опять этот укроп остался. Op 4 neutralized. Mission successful.
4-4. Последний раунд. Давайте, тащите. Я вернулся. Вот, ты вернулся, наконец-то. Да. У меня такие укропы в команде, ты просто не представляешь. То есть один чел, который вроде нормально стреляет, но у него с мозгами проблемы. Он не может вовремя начать кушать. У меня 4-4 счет. Ну зайди на стрим, посмотри. Док, можно помощь? Спасибо. Есть люки какие-нибудь, чтобы вниз смыться? Нет. А, ну я сделал, чтобы орало на английском. А как ты это сделал? В настройках. Не знаю, мне придумали. Параметры аудио? А, да. Понял. Ну да, аэрджеп. У них 10 штук. Так, ну вроде остался один, который не укроп, который нормально играет. Он должен это сделать. Ура. Ура. Укроп сделал килл. Укроп сделал килл. Док, не лезь, не лезь. Блять, еблан. Все, остались два укропа. Как постиронично. Ему очень повезло. Мы выиграли это. Молодцы. Да пипец. Вот Нина-то какая, пакет. А, хуй тебе. Ой,
Какое звание? Какое звание? Золото 3. Золото 3. Бля, вот, вот только не это вот. Все дерьма карты пособирал. Алло, вы здесь вообще, вы живы? Да, мы здесь, здесь, здесь. Чё мне пинг 200, объясните мне. Ну, смотря какого у него звания, я не знаю. Ну, у нас меди. А, ну лол, тогда мы на серебре играем. Спасибо за буст, кстати, мне надо забуститься. До второй голды. По-быстренькому. Даже за буст только не просит, да, алмаза. Сто рублей за игру. Да. Деньги возвращаются. Тихо, тихо, тихо. Уйди, уйди. Бандит, выйди с камеры. Потому что враги у нас укропы, блядь. Сколько раз за этот стрим я сказал слово укроп? Много. Я бы сказал бандиту, где его противник добавить, но меня не услышит. Второй укроп. Да, я с одним хп был, это очень много. All friendlies were eliminated. Mission failure. Ну, я знаю, да. Не повезло, не фартануло, а пацан к успеху шел. У Тышки забрали окоп, теперь жизнь боль. Как мне жить без окога на Эшке?
we need to locate a bomb. Значит, Russian. The diffuser is now secure. Proceed to bomb's location and defuse it. Вот наша инк укроп, которых свет не видывал. The diffuser is no longer in your possession. Nice. Дай бандита. Дай бандита. А, его другой взял. А чё мы взяли? Пинг решает на самом деле. Почему я на последнем месте? А, я укропа убил. Не, он, короче, берет за мной по лестнице, поднимается, и по мне патрон стреляет. А и у меня реакция работает, я уже это не понимаю, тиммейт это или враг, я стреляю. Ну и что ты думаешь? Да, GG. Да, пожалуй, бан. Капитал. Можно рассказать, что это за тактика? Секретик, так сказать. Хорошая, которая лично выиграла. Ясно.
Reloading! Не, бандит оказался. Ломай меня в крышу, дрючуха. Где она, где она, где она? Инфа, инфа. Она около входа. Около лестницы, в общем-то. Укроп обнаружен. Укроп уничтожен. Где дроны, а? Нашел. Да. Сумею дверь. Можешь закрыть, я сумею выйти, сумею. Почему я на третьем месте, когда у меня 4 килла? Я даже не знаю, как. Почему? Что взять, Twitch или бак? Twitch, Twitch. Сюжетный поворот. Надо мне как в этом... Как его? Возьмой же, сделай так, чтобы мне за игру, когда я выигрываю и проигрываю, мне по 0 ран, по 0 очков давали. Это я настолько... Я за White Noise играл 638 рейтингов. За White Noise 638 рейтингов сыграл. На лестнице еще один есть. Да, ты в нее не попал. Да, мне так и показалось, что я в нее не попал, ну ладно. А чё прикол? У меня 3 килла, и она на первом месте.
Куда гостиную, библиотеку, комната трофеев, комната со стульями. Жор, кстати, ты в курсе, что же ведь на Фроста нет плана гасителя? А ты говорил, поставь пункт А, а его нет. Это на всех оружиях стоит. Нет, не на всех. У меня на байке стоит и на Фросте, дружба. Я только на байке и на Фросте. Да. На уши. Secure the bombs. Ну как бы батя зашел, да? Как меня Black Wolf обгоняет, когда у него 3 килла, а у меня 6? Я не знаю, там что-то. Если что, меня зашел. Мать трусы и бегать. Stick clear of ADS, light a fire. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Like, если пьем, он лох. Я буду делать лайк. Сольется. Блять, завалить ебало. Выключите телевизор. Call of Down он работает. Передай ему, что я его заглушил, потому что его телевизор меня сейчас убил. А он говорит, что твой телевизор его убил. Хопа у нас на точке. Ой, из-за тебя он сдох. Его нет? И он тебя заглушил. Op 4 has located a bomb. Dropping mags. Friendly last operator. Ah, yeah. Убежал. Один в четыре стоит, тащи. Ай, ай, я пацан говорю, что телевизор он умеет прибыть. Опа. Mission failed. All friendlies were eliminated. Он был услышал и начал стрелять. Ничего не говорит.
Ладно. Ну так спроси у него. Знаешь, что я тебе скажу? Что ты пидор, ёпта. Мне? Нет, ему. У тебя мать сдохла. Телевизор выключи. Скажи своему бате, мамке, бабке, я не знаю. Тогда пойди и скажи, что выключили телевизор, это тебе мешает. Мне мешает твой телевизор, я ничего не слышу из-за него. Выключи его. Передай ему, что у него, семья укропов, короче. Я живу где-то. Рот, зайди сюда. Ваня, он спрашивает, что точно надо. Ну, улица Пушкина, дом Колотушкина. А, в Питере, да. В Питере. В Питере. Он в Питере живет. Если ты ему хочешь что-то сказать, пускай ты на Владимирскую. Да я знаю, знаю, я живу в Питере. Ай-яй-яй, больно, больно. Да-да-да, я его слышу прекрасно. Да, приеду на следующей неделе. Во вторник. Во вторник. Не знаю, часов может 5-4. Часов может 5-4. Ну окей. Ваня, как он тебя узнает? Ой, как он тебя узнает? Я ему при встрече скажу, что он пидор. Не знаю. Но он боксер там, наверное, да? А, то есть он негр еще, да? У вас реально там семья укропов. Них монтажник. Ягер, тебе хорошо? Да, я хорошо. Он в ванную прилег, а я его изнасиловал. Тебя посадят. Ну, я знаю. Я хочу, чтобы этот укроп подумал, что я живу в Питере и реально меня ждал там. Тренировался. Я туалет сломал.
Мне 14, мне 14. Мне 14. Ему 14. Reloading! Ну, а им 16, на то будет. Ему не 16, не пизди, ему лет 20, ему может быть больше. Ему 16. О, мне так страшно. Мне так страшно. Валера, ты не веришь, что ты сейчас. Да господи, я по голосу его слышу. Пожилой укроп, значит. Со стажем. Мать, я обкекался. Рикардо, почему здесь нельзя подбирать пушки? Наши укропы справятся, да, наши укропы справились. Молодец, укроп. Я повышаю тебя со звания укропа до звания нормального человека. На меня посрать. Он про автомобильные или про самолетные? Ты про автомобильные или самолетные смотришь, спрашивают? Да, идет. Да, идет. Допустим. Да. Больно? Передай ему, что он реально укроп. А, ты наушники ему передал? Drone has located a bomb. Да, давай. Алло. Я хорошо. Да, я тебя жду в Питере. А ты боксер, да? А, ну хорошо. Драка обещает быть интересной. Да, знаю. И вот там будет этот клуб, да? Не, ну я сегодня не могу, прости. Сегодня не могу, прости, на следующей неделе подъеду. Хорошо. The diffuser is now secured.
пацан мощный, конечно, да. Сразу видно, боксер. Меня вычисляет. Сидит там. ФСБшник юный. Ты его уже адрес нашел? Как оперативно. Мне бояться надо? Мне бояться надо. Тебя сейчас все угрозы подсадит, наверное. Ну просто он, наверное, закон не знает, я могу реально за это записать вот и отнести в полицию, мне угрожают, говорят. Но я так не буду делать. Да и встречаться с быдло, тем более, который боксер, нет смысла. Нормальные люди пытаются решить все словами, а не битьем морды, поэтому он и укроп. А так просто людей укропами я не называю. И сейчас тебе прилетает. Оплеуха такая. Мы выиграли, да? Свершилось чудо? Действительно. Давай. Давай. А твой брательник играет в игры? Че, в радугу он играет? Давай, сейчас найду. Я с ним поиграю потом. Ну, во что он играет там, в той поиграем. А, в GTA-шку. Да я найду его. О, нашел. Чё, посмотрим, чё в профиле. В GTA, да? Так. Скажи, я ему отправил запрос на добавление в друзья. А, ну впрочем, ничего нового. Хима, на что с твоим званием случилось? Это твой новый аккаунт или у тебя такой был? Мне просто это. Потом что-то пошло не так, да? А вот если он встретиться хочет, тогда скажи ему, что в радугу пойдет один на один. И мы с ним вместе поговорим, пока играем. Да, я слышу. Я сейчас включу режим рассвета. Он у меня заплачет здесь. Ладно, пошутил. Ты не знаешь, что такое рассвет? Ты не знаешь, что такое PSK рассвет? Ну или X-Fast Peak?
Ладно, я понял. Сейчас я отойду поссать и приду. Приветствую вас, друзья мои сердечные. Хьюман, у меня есть к тебе предложение. Да, деловое. Вот вы мне с этим... Как вот челика, который с вами играл, зовут? Да, Black Wolf. Мне предлагали буст за 100 рублей за катку, а я тебе предлагаю буст за 0 рублей. Но при том, что ты мне дашь аккаунт, чтобы я на нем играл, я тебе могу дать 100% гарантию, чтобы тебя забустить. Чтобы с тобой можно было играть на нормальном звании, а то ты медь, блин, укропы всякие попадаются. Не знаю, сейчас я тебя приглашу. Ты видел, какое будет новое измененное кафе Достоевский? А вот я более чем 100% уверен, что у Хьюмана Наки нет ничего, за что можно было его угнать. Как бы. Да-да-да, я его слышу, передай. Действительно. Я знаю, да. Я знаю. На. Не, просто смотри. У меня есть аккаунт на данный момент чела одного даймонда русского, известного в Wizard, может быть, знаешь. У меня с ним аккаунт обмененный, и ни он у меня ни разу не ворвал, ни я у него. Еще я с многими челами, да, они мне давали аккаунт, я им потом возвращал. We need to locate a bomb. Что? Да.
Да. Да, слышу. Drone has located a bomb. Да я понял, мне нет смысла, понимаешь, его украсть. У него там нет ничего, что можно украсть. Понимаешь? Даже если бы я хотел это сделать. Но если бы у тебя была наледь в радуге. Господи, вот я не настолько тупой, чтобы заниматься мошенничеством карточек в PSN. Мошенник. Кибертеррорист, да? В общем, подумай над моим предложением, я аккаунты не краду, я тебе его потом верну в целости и сохранности. Ой, укроп за кавейру попался. Нет, телеграмма у меня нет. Инстаграм у меня есть. Если хочешь, я тебе могу свой ак дать. Если ты мне не тебе его напишу. Сейчас только сам посмотрю, какой у меня инстаграм. Да, это достали. Так, смотри, маленькая X. Нет, заглавная, ну, G. Да. Потом X, маленькая. DLY. Два нижних подчеркивания. И R6. Ну, заглавная R и R6. Это. Там на аватарке Челикс Райан должен быть. Там Тигр и Райан написано. Наверху. Y. Жорик. У тебя Жорик? У тебя этот инстаграм Жорик? Если ты это не хочешь давать мне аккаунт, можешь. Давай тогда сегодня вечером ты мне его дашь, я зайду, потом поиграю на нем, и если завтра ты не сможешь на него зайти, то сможешь. Я скажу свой реальный адрес, пускай мне приезжает вот этот вот твой боксер. Почта. Я должен бежать, секунду, у меня потная ситуация.
блин. Да, да. Сегодня могу прямо сейчас начать. Да. Так, написать. А, то есть одно из трех попробовать. Ну, вот как после этой катки. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошли подъебы. Профессиональные боксеры. Ты чё, дядь? Ты совсем ку-ку? По-моему, тебе жить это надоело. Он у тебя боксер, он тебя шатает. Да, и тебе могут уебать. Маслину поймал. Ой, 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 парень подскользнулся. О, IQ вообще красава. IQ красава. Подрывай, подрывай! И вообще этот... Ну, IQ, конечно, молодец. Раньше... Она поздно слишком подорвала. Ну чек этот. Что это?
Ну, потом твоя голова с плеч полетит, правда. Через монитор. Бесконтактная. Техника бесконтактного боя, блядь. Сейчас. Блять, багар. Ты еблан? Да. Первый план, конечно, хорош, но там будет минус два. Сначала он, потом ты. Зачем ты стоишь, камеру смотришь? Ты понимаешь, что я обосрался? Тихо, сейчас будет бам. Тихо. Док. Я копейку подробил просто. Это Эйс, Сусатуба. Просто бан, понимаешь, да? Просто бан. Ну, я знаю. Сейчас мы быстренько разнесем, и будет. Тактика пожилого Бакугана, я понял. Не, ну ты видел, как я раздал сейчас? Не, это просто минус 5 такой. Пиу. Украина, це Европа, на самом деле. 5 seconds to insertion. The diffuser has been secured. Proceed to bomb location and... Слушай, а можно мы сделаем многоходовочку? Я тебе дам свой твинк, ты с него зайдешь и побустишь мой твинк. Как тебе такая идея? Ну вот как раз откалибруемся. Да-да-да, у меня там 32-й. А хуй его знает на самом деле.
А ты целься. Слушай, попробуй поставить сенсу сейчас. Я не шучу, тебе может показаться, что я этот долбанутый, но попробуй поставить сейчас 100-100-5-5-50. Попробуй. Попробуй поставить 100-100-5-5-50. Да. 5-5-5-5. 5-5. Угу, 35-65, хорошо. Да. Да, и в прицеле 50. Какой опасный парень, да? Чё? Это неправда. В смысле пранк нормальный же смысл? Ну, в принципе, да, я играю, когда на джойстике. Нет, играл. Я когда как? Но сейчас у меня вообще везде 100 стоит, кроме мертвой зоны, так что... Уууу, отбой! Ну-ка его быстро сюда, к микрофону. Точнее, нет, как рано его позови, вот когда умрешь. Где? Его с окна слили или откуда? Со скайлайта, понял. Ничего, такой тройничок. Здорово. Да. Посмотри ему на таб нажми. На сенсорную панель. Нажми. Я просто думаю, что это неплохо. Вот и все. Да, меняй. Так в профиль зайди, там будет стрим. Сам электрик. Ну, подписан. Вроде. Я не знаю, у меня 50 с хером подписчиков. Ты мне ее не говорил.
Ты мне ее не говорил, ты мне только вертикальную и горизонтальную. Ну поиграй. Да, поиграй 5-5, он вроде не отличается ничем от твоей. Op-4 located a bomb. Protect it. Evil line deployed. Op-4 has located a bomb. Ready for assault. My evil line ready to kill some. Там YouTube, у меня в профиль зайди, у меня на... А, я убрал из профиля все это, точнее. 5 seconds. Гриферить. Загриферить решили, да? Отдача плохо за контри. Это было сейчас. Не лезь, уходи, 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 уходи. Я тебе сейчас в PSAP скину ссылку на стрим. Опа, деактиватор-то не у них. Жрыдлока у нее хп нету. All friendlies were eliminated. Mission failure. Это Blackbeard. То, что нас док не додумался забайдить на дырочку, кулачком сломать, потом выбежать на него и убить. Ну да, дырочку, дырочку. У тебя все хорошо? Тебе нормально там, да? Выкупи меня. Были бы у меня деньги. We need to locate a bomb. Your drone has located a bomb. Ten seconds to insertion. Five seconds to insertion. The diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Кто говорит сдаться, вы чё, это?
меня 14 хп. Ебать, логище. Да, с 14 хп. Угу. Я, скорее всего, сейчас сдохну. Это сейчас, надеюсь, были вы, да? Они что, на точке вообще никого, что ли, ноль? Прикинь, на точке никого. You have located a bomb. Вейра, где, блядь? Уф, это эйс опять, это опять эйс. Хьюман, блин. Как ты до такого, до такой жизни дошел? Я рад, меня заставил. Надо вообще в идеале мне 20 киллов набить, вот сейчас и сделать, и будет прекрасно. Все, укрепляем точку по максимуму, укрепляем, да? Не, у меня вот только вот сюда вот надо на бэкланг поставить нам надо. Давайте вместе подумаем, что делает Валькирия. А Валькирия на каком месте? А, ну на предпоследнем, в принципе, очевидно. Блять.
this zone, you will be detected by hostiles. You have been spotted by hostiles. Fall back. О, меня спасли. Спаси меня, спасите меня, спасите меня. Спасибо. Ну как бы я фактически один играл, фактически. Нет, там еще маэстро и смоук, они нормально сделают. Ложь, пиздеж и провокация. А, ну, как бы сейчас легендарка выпадет, либо фиолетовая. Ну, у меня лично такое бывало обычно. У меня тоже пакет выпал, но с 25%. Ну-ка, интересно, мне выпадет белая? А, да, бескачественная мне выпала. Дыхание тигра. Что тебе выпало? Так что, давай я попробую зайти, и давай я тебе твинг дам свой тоже его на стену напишу. А почту, стоп, я почту забыл на него, секунду, сейчас я почту найду для него. Так, я тебе заскриню почту, ладно? Потому что мне ее писать надо, это пиздец. Так, 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 где Инстаграм? Вот. Короче, вот, вот это вот там, где Гудли. Которые вот Goodly and I am Juice, Tem NK, on console, sobaka@gmail.com. Вот видишь? Которые Goodly. Которые Goodly. Которая самая нижняя, самая нижняя, которая. Да, которая самая большая, самая длинная. Там Goodly написано, да? Над ней. Так, и вроде бы это тот пароль, я не знаю точно. Да. Заходи. Сначала ты зайдешь, потом я.
Да, точка ком. В смысле неправильно. GOOSTMNK on console собака gmail.com. Стоп, или это не от того аккаунта? Стой, это может быть не от того аккаунта почты, подожди. Мне надо заглянуть кое-куда. Это может быть от другого аккаунта почты, подожди. Нет, это та почта, это та почта. Это та почта. Ты пароль можешь не так взял. Пароль с большой буквы, пароль с большой буквы. Шестьсот двенадцать. Да. Да ёб твою мать, что не так с этим ёбаным. Может, я там пароль менял? А хуй его знает. А на какой я тогда менял? Ну там должен быть этот, там не может быть другого. Попробуй ввести AX. Да, AX и вот то же самое. Попробуй. Ну, стоп, я сейчас даже посмотрю у себя, типа... Я не знаю тогда, что у меня с... Изменить пароль. Ну-ка, да я попробую поменять пароль. Подожди. Да. Ну и что? Какого хуя, простите, блядь? Изменить пароль. Подожди, новый пароль сейчас ввожу, вот XZ. Пять.
Чел, все, я поменял пароль. Попробуй ввести вот это вот XZ. Я поменял пароль. Нет, мы не в катке. Сейчас. А, Тулёва. У тебя какое звание? Здорово, Тулёв. Третье золото, найс. Заходи ко мне, сейчас тебя приглашу. Заходишь. На аккаунт. Алло. Сейчас подожди. Аккаунт. Ты не вошел, ты тебя должно было выкинуть из тусовки. Алло, Хьюман, ты здесь? Сейчас подожди. А, во, все, зашел. Ура, это свершилось. Да, здравствуйте. Выйди тогда с Химона. Я на него зайду. А, ну тогда из команды тоже выйду сразу. Я же не с этого буду играть. Ясно.